Сейчас я уже повторюсь, в фаворитах. Я с ней постоянно, постоянно. В разы я поменяла блузку. Блузка также куплена в винтажной Humani, салатового цвета, с коротким рукавом. Total Black. Я поменяла низ. Надела вместо джинс черных, надела легги. Начинаешь мерить. У тебя, знаете, как-то мозг подрывается, взрывается. Буквально несколько месяцев назад я купила этот свитер. Это Фабиано Филиппи. 100% шерсть. Я купила его в винтажной Humani в первый день. Стоил он 50 евро. К сожалению, уже придя домой, я увидела дырку здесь на спине. Я ее зашила, конечно же. 100% уверена, что работники, те, кто оценивал вещи, знаете, перед коллекцией они пишут ценники. Если бы работники увидели дырку, они бы не поставили такую цену, это точно. Ну и даже если бы я увидела эту дырку, то, конечно же, я бы пошла, и мне бы как минимум 10 евро цену сделали ниже. Он очень мягкий, цвет у него такой розовый, бледно-розовый. Или пыльно-розовый, скажите мне, пожалуйста. По размеру мне очень хорошо, сейчас надену, вам покажу. И я его планирую носить с голубыми джинсами. Ладно, сейчас надену, вам покажу. Вязка абсолютно классическая, как это называется, косы, да? Высокий ворот. Свитер, серые джинсы, серебристая маленькая кожаная сумка от Hugel, брошь черепаха из белого металла. И к этому образу я добавила верхнюю одежду, жакет прямого покроя с сумкой Fossil или джинсовую куртку мятного цвета от бренда Zara. В этом образе я всего-навсего сменила низ. Джинсы голубые, высокий пояс на резинке, куплено в винтажной Humani. Либо брюки от Gary Weber болотного цвета. Здесь брюки цвета Taub, как вы мне, зрители, сказали, от Gary Weber. И мне вот эти брюки с этим свитером нравятся больше всего. И на прохладную погоду добавила две куртки. Одна от бренда Кос кораллового цвета, либо куртка голубого цвета от Zara. Обе куртки куплены в магазинах, не в секонд-хендах. Также в этом году купила две шапочки. Буквально недавно. Это шапка из магазина Кос. 100% кашемир, 49 евро эта шапка стоила, или 52, по-моему, 49 евро. У меня была давана карта, подарочная карта на 42 или 43 евро. И мне понравился цвет, я сначала мерила черную и купила, кстати, черную изначально под свой пуховик, который я также купила в магазине Кос в прошлом году, потому что уже 2024 год, буквально осенью, мне хотелось длинное пальто, именно пуховик. И я знаю, что в Косе, потому что в Косе я покупала в прошлом году тоже пуховик, но короткий, куртка, которая закрывала мне попу, темно-синий. Кто, возможно, помнит, я еще предъявляла претензию, потому что ткань у той куртки, которую я покупала в прошлом году, все к ней липло, все белые, знаете, вот прям притягивало. И даже средство для того, чтобы не электризовалось, даже оно не помогало. Но мне в претензии отказали, в общем-то, ничего страшного. Я сезон доносила. К чему я рассказываю? К тому, что я знаю и уверена, что пуховики у Кос очень теплые. То есть вот на примере прошлогодней куртки я как бы... Поэтому я купила пальто, и к этому пальто черному хотела купить, и купила черную шапку.
Но потом, знаете, померила дома, посмотрела, что-то как-то грустновато мне стало, и я поменяла ее на бежевую. У меня к этой бежевой шапке были перчатки, купленные еще год назад. Я купила их, знаете, из-за вот этих пальчиков. Они типа зимой можно в телефоне, не снимая перчатки, их надевать. И не снимая перчатки, в телефоне скроллить как бы, да? А вот эту шапку черную, кашемировая, 100% кашемир, от фирмы бренда Global, как-то так. Так, значит, нет, не 100%. 40 шерсти, 20 кашемира и 20 вискозы. И что-то еще 20. Я купила эту шапку в магазине RDA за 50 центов. Она такая, знаете, бини. Она мне, кстати, больше нравится по модели, чем бежевая. Бежевая немножечко более глубоко сидит. И мне этим не очень нравится. Но так как я уже купила, то что делать? Вот видите, она более сидит плотно на голове. Этим она мне немножечко смущает. К этой шапке я купила вот такие варюшки. Купила я их в секонд-хенде в Scandinavian Scandinav. Скандинавс называется. Это валеная шерсть. И вот у нас было пару дней до минус 20. Я их протестировала. Вы знаете, просто супер могу вам сказать, что изделие из валеной шерсти. Не зря, наверное, вот валенки. Скажите мне, пожалуйста, валенки тоже получается, что из валеной шерсти? Или как-то по-другому? Ну, в общем, варежки просто супер. Пуловер. Я правильно, да, называю? Потому что их три вида есть. Свитер – это высокое горло. Джемпер – это горло так. А это пуловер. Пуловер. Как всегда, я не знаю, где ставить ударение. Ну, не суть. Очень мягкий, красивый. И это... Так, цена его была 6,90. В отличном состоянии. И это было, по-моему, 100% кашемир. Если я правильно помню. 100% кашемир. С таким воротом, V-образным воротом, я... Одежду не ношу, но мне очень понравилось состояние этого джемпера. И очень понравилось, не джемпера, простите, пуловера. И понравился состав. Ну и, конечно же, цена. Брюки от Гарри Вебер, болотного цвета, желтый топ и платок под Луи Виттон, который мне подарил много лет назад Женя. На ногах белые кроссовки от Ара. Этот образ с этим пуловером мне нравится больше всего. Этакий итальянский городской образ. Выдержан в одной цветовой гамме. Брюки цвета тауп от Гэри Вебер. Пуловер кашемировый песочного цвета. Сумка от Гэс двухцветная. И закругляет, так скажем, заканчивает и собирает образ единое целое – это палантин. Когда я еще в прошлый раз в прошлых показах и своих образах показывала эти брюки желтого цвета, меня просили показать, как я их сделала шире. Я извиняюсь, что я очень долго никак не могла собраться и вам показать. Так вот, показываю, как я сама в домашних условиях, абсолютно не швея, расшила брюки. Брюки я расширяла именно сверху, там, где пояс. Я распорола боковые швы сверху, сантиметров по 30-40. Руками их шила снова, но уже пошире. Пояс по бокам в этих местах, где шов, я отпорола от основания и по бокам вставила резинку. Резинка широкая, как вы видите, на
Ну вот она на ширину этого пояса. По бокам вставила, зафиксировала ее без натяжения. То есть я не растягиваю. Зафиксировала с двух сторон и пришила к брюкам. Вот получилось, в принципе, вот так расширить брюки в зоне бедер и пояса. Желтые брюки, желтый топ, пуловер, белые кроссовки, джинсовка от Zara, две сумки, либо Fossil коричневая, либо светлая, с добавлением на шею платка. Ну, в общем, знаете, я тут комментирую, и мне кажется, что в этом образе лишнее – это пуловер. На мой взгляд, вот этот образ более классический, выглядит более гармонично. Блузка в горошек мятного цвета, желтые брюки, бежевый пуловер и сумка от GS. Возможно, кто-то помнит, как я в прошлом году еще показывала вам и радовалась своим покупкам вот этим джинсам серого цвета и этому жакету. И показывала, очень много его применяла летом. И у меня все время стоял вопрос о покупке к этому образу не только белой футболки, и я все никак не могла найти. Ну вот, раз я уже достала эти джинсы и жакет, то хочу вам показать однозначно мой будущий образ. Весенне-летний. Серые джинсы, серый жакет и либо белая футболка, либо черная, которую я наконец-таки купила недавно в секонд-хенде в мужском отделе. Еще один пуловер по составу мохер, шерсть и полиамид. Купила я его в секонд-хенде. Кстати, даже не помню за сколько, но думаю, что не дороже 6 евро. Брюки болотного цвета, либо цвета тауп от Гарри Вебер. Сумка ГЭС, на шее платок под цвет сумки и полоски на пуловере. Вы знаете, все-таки мне этот образ не нравится. Я бы, наверное, надела бы черные джинсы и, наверное, бы футболку черного цвета под этот пуловер. Платье очень красивое, длинное, такое, знаете, на мой взгляд, в нашем латвийском стиле. У нас очень популярное среди местного населения однотонные льняные платья, длинные, разных фасонов, но они обязательно практически однотонные и украшение именно в нашем латышском стиле. 10 евро в магазине РДА. Вот такое красивое платье цвета, наверное, сливы. Вот так выглядит это платье на мне. Отрезная талия, рукав с манжетиком. Длина рукава 7 восьмых, есть карманы. И как раз для этого платья я купила и брошь, и кожаный браслет ручной работы, который показывала вам в прошлом роликах о своих покупках. Две сумки, голубая, как сетка, связана из толстых ниток, куплена в секонд-хенде в прошлом году, по-моему, за 2 или 3 евро. И она, знаете, все лежала, я никак не могла ее применить, придумать, с чем носить, и уже была готова отнести эту сумку, авоську, в благотворительный секонд-хенд. Но мне кажется, что сейчас как раз-таки вот к этому стилю
такой, знаете, как крестьянской девушке с этими украшениями ручной работы. Эта сумка выглядит очень хорошо. И вторая сумка от Ирины Коняшкина. Это наш дизайнер, руководитель постоянных ярмарок продаж «Квартирник», которые проходят в Юрмале. Вот она, кстати, эта сумка идеально сочетается и с этим платьем льняным, и с кожаной бижутерией. И еще, кстати, можно вместо броши надеть бусы, легкие, деревянные, тоже купленные в секонд-хенде. Из украшений к этому платью очень много бижутерии подходит. Можно надеть, например, кулон от Given. Купила его прошлой осенью, он унисекс. И к нему надела 3 браслета, 2 из секонд-хенда, 3-й комбинированный привезла Катя в подарок из Польши. Также надела куртки, если будет прохладно. Одна мятного цвета из Zara, либо можно надеть белую джинсовую куртку, которую я купила в Uniqlo года, наверное, 4 назад в городе Петербург. Вместо джинсовых курток можно применить к этому платью верхним слоем либо льняную рубашку от Zara, либо джинсовку и на ноги обуть сандали черного цвета от Ara. Добавить браслеты на руку кожаные от Guess, Given и кожаный из секонд-хенда. И последний штрих – сумка от Карла Лагерфельда. Шелковый бомбер из винтажной Хуманы, на ногах сандали черного цвета. Ну а если не брать верхнюю одежду, то в прохладную погоду можно укутаться в палантин. 2 варианта джемпера, купленные в секонд-хенде в разное время, достаточно дешево. Зеленый, мне кажется, что покупала я в секонд-хенде за то ли 3, то ли 4 евро. А вот бежевый я покупала года полтора назад в Таллине в винтажной Хумане. Сами по себе они достаточно интересные, но все-таки я думаю, что с этим платьем они абсолютно не подходят к этому платью. Вот жилеты от Гэри Вебер, на мой взгляд, более удачно смотрятся с этим платьем. И украшения гармонируют. Либо брошки от Рамоны Пэкшена, либо украшения из дерева. На ногах у меня белые кроссовки. Все, друзья, спасибо вам большое. Я показала все, что, в принципе, у меня пришло на ум. Конечно, можно было еще что-то показать. Конечно, можно было подумать, так скажем, и что-то показать. Ну, хотя бы с низом, потому что у меня еще там 4 или 5 пар джинс и брюк, которые я, кстати, хочу расхламить, потому что я все равно их не ношу, и как-то они уже в обтяжку, и мне не нравятся. Все, друзья, спасибо вам большое, спасибо вам за компанию. Надеюсь, что вам мой показ понравился, и какие-то идеи, и какие-то вам пригодятся в составлении ваших образов на весну-лето. Потому что сейчас уже, в принципе, скоро весна, потом уже лето, и вот это все мы будем с вами носить. Спасибо вам. Всем пока, друзья.